siempre. Звони каналу, який я виховую. І я вам представляю новий блістер. 7 із 10. 115 із 250. Hot Wheels. Kirk Bitter. Автобус. Холодне морожене. От. Art Cars. Так, посмотрим, когда он был выпущен компанией Hot Wheels. Кекс битый. Год выпуска 18-й год, 2018. Но два года назад компания начала его выпускать по лицензии. Так, маты, чё-то. Вот такой блистер. Вот такой блистер. И вот сам крутой, холодный айс-крим на золотых дисках, на чёрной резине. Салон у него оранжевый, сверху остекление, пластик, металл, сверх пластик, металл, вниз вот такой у него передок, в синем цвете, весь обкрашенный. Вот так он выглядит сзаду. Так, вниз. Хромированный металл. В 2017 написано. А на блистере 2018. Как такое может быть? Малайзия. На двух заклепочках крепится. Страс проверял, гоняет нормально. Стреков. ФЦ-61 коллекция Hot Wheels Kicks Beatles. Вот так вот он изрисован весь. Hot Wheels на боках вверху. Прорисовка круто. Дядька стоит оранжевый. Салон, сиденье прорисовано, все сделано круто, остекление есть. Ну вещь, коллекция — это просто вещь. У кого есть такой, пишите под видео в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами, как мы с вами. Вот, кому понравился ролик, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, до следующего видео. Вы были на канале Любовь Михаила Фадей. Всем крепкого здоровья, не болеть всеми. Мальчишки, девчонки, слушайте своих родителей. Ну и так далее. Пока-пока, до следующего видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите в комментарии, какие коллекции такие. Модельки, пока-пока.